Приветствую, друзья! Хочу поделиться с вами рецептом торта «Битое стекло». У меня торт будет с кусочками персика в собственном соку и с ванильным бисквитом. Рецепт бисквита вы можете найти на моем канале. Для торта нам понадобится бисквит, сметана, персики в собственном соку, я их заранее почистила от шкурки, желе два вида, сахар, желатин и вода. Форма, в которой вы собираетесь готовить торт. У меня будет форма прямоугольная. Итак, давайте приступим. Для начала желатин зальем водой и оставим его набухать, а тем временем займемся кремом. Сметану я всыпаю сахар и начинаю все взбивать на малых оборотах. Сметана должна увеличиться в объеме в 2 раза. Желатин за это время набух, я его прогреваю в микроволновке и тоненькой струйкой вливаю в крем, не переставая взбивать миксером. Крем готов, теперь можно приступать к сбору нашего торта. Вот такие формы у меня будут для торта, прямоугольные. В них я постелила пищевую пленку и плотно ее примяла. Так будет легче извлекать торт из формы. Формы у меня небольшие, поэтому из данного количества ингредиентов получается 2 торта. Подготовим бисквит, нарежем его на порционные кусочки. Готовое желе с помощью ножа достаем из стакана и также нарезаем на порционные куски. Данный торт готовится очень быстро. Если вы заранее накануне приготовите желе и бисквит, то собирается он просто за считанные минуты, а получается очень вкусный и легкий десерт. Собираю первый торт. На дно формы я выложила бисквит, промазала его обильно кремом. Далее по очереди я выкладываю персики, кусочки желе персикового и клубничного, проливаю все так же обильно кремом и чередую слои. Последний слой торта обильно проливаем кремом до самых краев формы. Сверху форму с тортом закрываем пищевой пленкой плотно и отправляем в холодильник до полного застывания. Приступаем к формированию второго торта. На дно формы я решила первым слоем выложить персики. Далее сверху на персики я выкладываю порезанный бисквит на порционные кусочки. Добавляем желе персиковое и клубничное и все обильно заливаем кремом. Итак, мы проделываем все то же самое с остальными слоями. Также в форму мы выкладываем бисквит, персики, кусочки желе, заливаем все обильно кремом, заполняем форму до самых краев. Форму для вашего торта и слои чередовать вы можете по своему желанию. Кто-то любит делать торт круглой формы, кто-то, как я, прямоугольный. Для меня это более оптимальная форма, так как мне будет легче его нарезать на порционные кусочки. Готовый торт я также закрываю сверху пищевой пленкой и отправляю до полного застывания в холодильник. На это мне потребуется не больше 2-3 часов, так как желатин в креме очень быстро схватывается. Торт «Битое стекло» готов. Кусочки персика вместе с желе и бисквитом чудесно сочетаются в этом торте. Подписывайтесь на мой канал, делитесь вашим мнением, ставьте лайки. Давайте готовить вместе.